Как в саду. Да, еще здесь седовешенки были много, но сейчас пока мы лучше уходим. Полник пусть остается. Вон рябина еще. Такие яблоки. Красная рябина. Ой, рябина, действительно красиво. Красиво. Ехали в свой лес, уже кричат грибники, аукаются. А они тут как тут уже, на нашем месте уже опять выехали. Рядом второй, третий, ходя, вот четвертый. Они парами растут. Еще один рядышком. Где-то еще один. Впереди вон виднеется вот эта шляпочка. Глянулась, а он вот он. Те мы подосиновики нашли в одном месте, прямо около дороги лесной, где все отдыхают. Мы пришли полянку посмотреть. Березовку не сильно хочется снимать, я их не буду. Ну как его не взять? Под березок, наверное. Вот рядом и подосиновик, вот стоит там. Это кино, как кино будет. Смотри, кинчик тебе завалил. Вот рядом сижу, всех вижу. Рядышком сидят, чуем делить. Это ж не некоторые там. Два попались. Один проклевывается. Опять выросли в этом месте под березовки. Что-то сюда в это место никто не ходит. Это самый край. Недалеко от дороги. Уже большие вон опять. Какой-то там произрастал. Ну, красиво же в траве. Все, уходим назад. Этот самый большой из всех. Маленькие такие вот. Еще и меньше. Их тут, видимо, не видим. Возьму. Тарелка. Худшие времена, и она бы сгодилась бы. Съели бы только так. Очень фотогеничный гриб. Самый большой, который мы встречали сегодня. Классно. Хоть снять его. Ну, эти мне нравятся. Сейчас мы уходим, уже корзинки полные. Буквально несколько минут там почти что. Парами растут. Рядом подосиночек полянки. Да, их тут тьма. Угу. Да, один ты только их можешь найти. Я тоже, вон, у меня сзади тоже. Мой, иди срежь, а то мне некогда. Вообще-то ладно. Вот это Саша опять нашел. Только я его хотела отвлечь своим подосиновиком, чтобы он там... А я пробежала, но он успел первый. Танку. Может, там и больше. Проверь, в одном месте. Еще и вон там. Да, еще не все забрали. Вот их сколько здесь. Где он там? Эти вот. Еще и этот третий тут рядом. В дебрях три штуки нашла. Вот они. Тут же за этой кочкой обнаружила вот этих двух. Красиво стоят братчики. Чуть мимо не прошла. Он был закрыт веточками. Вот эти мне тоже нравятся. Потому что все вместе. Что это такое там? Наверное, выбрались из леса.